Ребята, ничего подобного вы не видели. Это брод, это кажется, что это просто лужа. Это просто, не знаю, на самом деле это очень бурная река горная. И сейчас Патриот будет преодолевать. Я боюсь, что по стекла будет вода. Очень, очень серьезно. Может его понести течением, снести. Не, он не проедет здесь. Я тоже думаю, что это очень рискованно. Очень. Не повторяйте этого никогда. Ужасно просто. Страшно снимать просто. Вот вы посмотрите, посмотрите, если бы не шноркель, если бы не шноркель, не вот эти FBL-ы, кошмар, вода захлестывается на капот. Вы посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Как он это сделал? Как он это сделал, я не понимаю вообще. Ему какие-то силы помогали, я не понимаю. Вот это да. Пойдем спросим, как он, какие ощущения? Товарищ водитель, товарищ водитель. Как вам это удалось? Расскажите, вам не было страшно? Вы посмотрите, все. Все до верха, он весь до верха просто в грязи. Он как он выпал, я не понимаю. Вы посмотрите на этого, мужественного человека. А воду слили с салона? Воду слили, конечно. У вас специальное отверстие? Дренажное отверстие, да. Все. Вот оно в чем дело. Оказывается, дренажное отверстие спасли. Вон же, УАЗик. Смотри, вот они дренажные. Вот они, смотрите. Вот они, дренажные отверстия. Вот они, эти дренажные отверстия. Это с завода идет специальный тюнинг. Такой. Все патриоты оснащены вот этими дренажными отверстиями. Причем, то есть они, чем больше ездишь по бездорожью, тем они становятся больше, эти дренажные отверстия. Сложность увеличивается, маршрутов, глубина бродов. Они тоже прикатываются отверстия. Больше воды отводилось и к грязи. А потому что с камнями она выходит оттуда. Это же камни в булыжнике. Туда в салон это все потоком воды. И потом отсюда все выходит. Вы представляете, что творится? Ужас, ужас. Ни один внедорожник не способен на такое. Серега, как он проехал? Как он проехал? Это же невозможно. Ты вот согласись. Какой страшный лес. Видите, что? Нормально, мама. Вот такие монстры. Голова у нее там с глазами, блин. Вот это видно, голодные монстры. Дренажные отверстия маленькие, и у которых нормальные дренажные отверстия. То есть кто где ездит, да. Понятно сразу становится. Да. Саня, она тебе что наделала? Тут дела, что ли? Блин, капец, яд выпрыснула. Все, как сейчас разъезд. Смотри, он впитывается в ногу. Саня, представляешь, что вот не знаю. Серега, а вдруг это? Ученые не знают, а вдруг это эликсир? Лизнуть это и 150 лет будет жить. Вот, пока не знаю. Серега, ну он сейчас через кожу впитается. А если у меня начнутся эти галлюцинации? Смотри, вот тут. Ты со мной справишься? Каких только нет, смотри. Это вообще он какая. Ужас. Страшный уральский лес. Ужасно, ужасно. Я не знаю, как мы здесь ездим, это кошмар. Вы видели, какие броды, какие монстры нападают. Мы готовы стартовать. Стартовать, все. Поехали.